Так, ну что, друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Диана. Диана мой партнер, она руководит отделом контента в Look Online. И сегодня в этом видео мы вам расскажем, как выйти на доход от 150 тысяч рублей и больше. То есть это и 500 плюс, и миллион плюс, потому что навык по сути один. Этот навык работы в соцсетях, набора аудитории. Если тезисно, то наша задача рассказать вам 9 этапов работы SMM-менеджера. Как вот если вы сейчас новичок, и если еще вообще не зарабатываете, как с нуля до 150 тысяч рублей зарабатывать за один проект. Дальше. 3 способа, как найти клиентов. Потому что многие думают, окей, я научусь снимать рилсы, я научусь вести аккаунты, но как я найду клиента? Что сейчас уже у всех классных брендов найдены SMM-специалисты. Или если вы предприниматель и у вас свой бизнес, то вы думаете, что, ну, блин, нету сейчас на рынке классных SMM-специалистов. Поэтому тут мы расскажем 3 способа, как найти клиентов. И эксклюзивы 12-го потока. Это будет лайв-поток вместе с Дианой. SMM в большом городе, пока что решили такое название ставить. У меня в прошлые потоки все были вот с таким названием, поэтому сейчас мы делаем супер обновление и об этом расскажем. Сейчас я расскажу, почему вообще стоит учиться у нас, почему стоит нас слушать. У нас достаточно большой опыт в маркетинге. У меня опыт 10 лет в SMM. Я начал в высшей школе экономики, защитил диплом по личному бренду. У меня было в начале, я, кстати, на фрилансе, параллельно с университетом, объединял. Мы вели какой-то цветочный магазин за 20 тысяч рублей, ювелирный бренд. И в начале я на фрилансе работал с брендами. Потом закончил университет и сразу создали SMM-агентство. И уже в формате SMM-агентства мы работали с Бургер Кингом, с Нетологией, с Ля Модой. То есть у нас есть опыт уже агентской деятельности. И после этого я подумал, что у меня классный навык работы в соцсетях, почему бы не создать свой бизнес. И Home de Fleur — это цветочный бизнес, который вот прям я тут на Ордынке живу, вот соседняя улица на Полянке, он до сих пор стоит, прибыльный бизнес, его купил Оскар Хартман, а я с бюджетом 20 тысяч рублей развил за год до 15 миллионов. Когда у вас есть навык маркетинга, вы можете оказывать услуги, вы можете создавать свой бизнес, и потом очень трендовое направление было инфобизнес. Это когда ты передаешь знания, создаешь онлайн-проекты, курсы, и с Полиной Подплетенной, это сооснователь Too Mood Store, бренда одежды, очень классный инфлюенсер, я уверен, вы ее знаете. У нас пришла идея создать совместный проект «Департамент эстетики». И суммарно уже всех учеников больше 3000 прошло. Поэтому огромный опыт и в личном бренде, и в маркетинге, и в агентстве. И вот 11 потоков курса по SMM уже прошло. Ученики делают крутейшие результаты. И в 12-й поток я буквально там пару месяцев назад познакомился с Дианой. А Look Online я знал, и я на него ориентировался. Я думал, блин, вот как у всех охваты там 20, 40, 100 тысяч, ну бывает что-то стреляет. А Look Online постоянно выстреливает миллионные рилсы. И когда я в Инстаграме увидел Диану, я говорю, все, давай встречаться, давай обсуждать, делать совместные проекты. У нас сейчас есть консалтинг, где мы вместе с Дианой развиваем бренды в соцсетях. И, Диан, ну давай, расскажи про себя, про свой опыт, про то вообще, откуда сейчас пришла идея создавать совместный проект. Я работаю в Look Online 4 года, руковожу контент-отделом. У нас в подчинении 12 человек, это контент-отдел, контент-команда. Так как Look Online славится тем, что мы выпускаем довольно-таки много роликов, и часто поэтому штат у нас относительно других брендов большой, и я являюсь руководителем контент-отдела, производства полностью всех материалов, которые есть в бренде, под моим руководством. Это сайты, это Инстаграм, это Телеграм, это Pinterest, все платформы, где Look Online размещается. И мы на самом деле с Дианой почему решили сделать совместный поток, 12-й поток курса по SMM, потому что работая в консалтинге с брендами, многим брендам нужен SMM-специалист, нужен SMM-хед, бренды готовы нормально за него платить. Это там от 50 до 300 тысяч рублей в месяц за один проект, и мы просто не могли с Дианой найти SMM-специалистов. И да, даже вот на бренды, с которыми мы сейчас работаем, я ставлю выпускников моей школы, которая еще давным-давно была, мы проводили обучение, сейчас девчонки работают в крутейших брендах, во Флюиде, в Постмеридиум, в Матю, в Ава Патрике, ресторан Красота. И мы понимаем, если к этой базе по SMM добавить креатив Дианы по рилсам,
потому что это просто must-have для любого бизнеса, то это будет просто разрыв и супер эксклюзив. И Диана сказала, все, давай точно делаем. Поэтому сейчас в этом видео мы расскажем, какая будет программа внутри курса по SMM. И начнем с этапов работы SMM-менеджера, как с нуля до 150 тысяч рублей зарабатывать за один проект. Во-первых, SMM – это профессия, основанная на создании и продвижении своего проекта или оказании услуг. То есть вы можете создать сейчас бренд свечей, бренд украшений, бренд одежды, или у вас уже есть это. А если у вас нету, то вы можете оказывать услуги и сразу за это зарабатывать деньги. Поэтому в России сейчас больше 6 миллионов вот таких микробизнесов, малого бизнеса, да, я имею в виду там не Газпром, а вот просто бренды свечей, одежды, цветов, рестораны, и им всем нужны соцсети. И это, я понимаю, что это конкретный навык, мы не зависим от Инстаграма, мы не зависим от Ютуба, от Телеграма. Где люди, там мы и развиваем наши соцсети. То есть, смотрите, если сейчас работает Инстаграм, все деньги там. Ты как считаешь, какие вот по приоритетам, если взять Ютуб, Телеграм, Инстаграм, ВК, что на сегодняшний день на первом, на втором, на третьем, на четвертом месте? На первом месте все еще Инстаграм, это 100%, да. Да, там еще самый большой поток остался, люди оттуда не ушли. Второе место – это Телеграм. И за Телеграмом мы считаем огромное будущее. Я думаю, что платформа будет с каждым годом развиваться еще больше, и поток с Инстаграма в Телеграм уйдет в любом случае. Еще мы считаем, что будущее за ВК. Да. Там огромный бюджет еще складывается. Да. То есть это платформа, куда вливаются очень большие деньги, они развиваются, они забирают с Ютуба себе ребят вообще полноценно на контракты. И я думаю, что в будущем тоже ВК заберет нужную долю свою, и в России останется топ-2, это Телеграм и ВК. То есть сейчас, на сегодняшний день, Инстаграм, Телеграм, ВК и потом Ютуб. Я бы сказала Pinterest, потом YouTube. Pinterest и потом YouTube. И поэтому на сегодняшний день SMM – это самый эффективный способ развития и привлечения клиентов в бренды. И опять же повторюсь, что это конкретный навык, неважно, как вы его применяете для своего бизнеса, для своего блога или как услугу. И мне регулярно, ребят, каждый день пишут бренды-эксперты с запросами на моих учеников. Я тогда ушел в свое время в продюсирование, думал, что все, SMM-щиков уже куча. Нет, не куча, крутых SMM-щиков, их просто единицы на рынке. А вот кто крутой, они уже заняты, они уже в брендах. Поэтому огромный спрос. Тут мне пишут и разные ребята с классных проектов. Вот Gala Flowers, например, есть классный цветочный. Там Арсен тоже писал, говорит, мне нужны контент-креаторы, например. И за 10 лет работы я создал свою систему в SMM и маркетинге. То есть это пошаговый план. Делайте 1, 2, 3 и получаете понятный классный результат. Все это я упаковал в онлайн-курс, обучил маркетингу SMM больше 1000 учеников. 1000 это только в моем курсе по SMM. Если брать еще департамент эстетики, то точно больше 3000 учеников уже прошли наше обучение. Средний NPS по нашим курсам это 97%, то есть ученики супер довольны обучением. Они работают с такими брендами, как White Rabbit, Ава, ресторан Пинского, Красота, Флюид, Пост Меридиум, Никита Ефремов. Ученики окупают курс минимум в 2, а то и в 20 раз. То есть у нас есть SMM-специалисты, они даже еще обучение не запускали, они зарабатывают 500 тысяч рублей, 700 тысяч рублей, хотя начинают все стандартно там с 30, с 50 тысяч рублей в месяц. Спикеры на нашем курсе: Олег Торбусов с точки зрения мышления, Алина Акилова с точки зрения блогинга, Катя Голден, Михаил Гребенюк с точки зрения поиска клиентов и продаж, Роман Зарипов, основатель агентства Out Digital, у него клиенты это Тинькофф, S7, очень крупные бренды, Майкл Бородин с точки зрения Ютуба, он вел «Нежный редактор», Тани Мингалимовой и куча других брендов. В общем, у нас спикеры, мы их пополняем, вот у Дианы еще в этом потоке есть идея добавить спикеров, видеографов. Да. Расскажи, вот кого ты хочешь в 12-м потоке добавить? Я бы сделала вообще отдельный блок контента, да, и оттуда бы взяла прям такие явные специалистов, которые сильно в SMM, с SMM-специалистом связаны. Это видеограф, это фотограф, это, возможно, модели, продюсеры. Когда ты руководишь SMM-отделом, у тебя очень много контактов, и у тебя очень много связей, с кем тебе приходится выстраивать рабочие отношения, да, рабочий процесс какие-то. Ты как специалист должен понимать работу ребят тоже, чтобы давать правильную обратную связь,
чтобы понимать вообще, как выстраивается все это. И вот эти профессии, которые, на первый взгляд, кажется, что, возможно, нужно отдельно, вот очень, это очень сильно связующая история. Поэтому я бы туда добавила курсы с фотографами, курсы с продюсерами, с ребятами, чтобы рассказали, как процесс работы именно уже на месте выстраивается. Да. Моделинг, да, я бы добавила блог, рассказать, как модель, как работать с моделью, чтобы она в кадре себя чувствовала уверенней, спокойней, расслабленней, потому что когда у вас есть вот эта связь с моделью, вообще это самый приятный процесс работы, и ролики, как правило, выходят супер органичные такие. Да. Вот, она не зажатая, фотограф не зажат, никто не зажат, и это приятный и быстрый, самый главный процесс съемки. Вот, я бы добавила вот таких специалистов, ребят, с кем вам придется в будущем сталкиваться в работе. Очень круто. По кейсам, вот у меня есть выпускница школы еще до Дианы, она проходила курс без контента, и Ольга Алимова, ей 23 года, она тогда пришла, зарабатывала 30 тысяч рублей, у нее было два проекта по 15 тысяч. И она такая поникшая, говорит, блин, не знаю, что делать. В итоге сейчас работает с Post Meridian уже 4 года, это очень крутой бренд одежды. У нее заработок, ну, тут написано 300 тысяч, она говорит, давай не будем раскрывать, у нее свое агентство, она очень круто сейчас зарабатывает как SMM-специалист, плюс делает консультации. Алиса Голомидова, ей 25 лет, она из Екатеринбурга, работает маркетологом в ателье, был доход вот в ателье 40 тысяч рублей. После обучения, работа с известными брендами в сфере SMM, доход 120-200 тысяч рублей в месяц. И тут обратите внимание, что неважно, вы в Москве, Екатеринбурге, Сызрани, без разницы, навык один и тот же, вы можете удаленно продюсировать проекты. Вот расскажи, как удаленно из другого города работать в SMM? Вообще суперкомфортно, мы это тестили несколько раз, и самое главное, это первые два созвона, да, чтобы выстроить работу, объяснить ребятам, что мы хотим и что нам надо вообще. SMM-специалист, то это вообще, возможно, долгосрочно какая-то работа будет, да, да, в найм постоянным сотрудником. Можно контракт на год даже. Да, конечно, да. То есть это такие истории, когда твое личное присутствие сильно не нужно, но самое главное, чтобы ты был на связи, да, и у тебя были, ты мог выстроить работу со всеми сотрудниками, с кем тебе придется пересекаться. Вот, это, опять же, что ты мог собрать команду фотографов, да, команду видеографов, выстроить правильный контент-план какой-то, да, рассказать и объяснить разные рубрики владельцу бренда. Поэтому я думаю, что такая профессия удаленная, где бы ты ни находился, в Москве, в Якате, где-нибудь в Таиланде, я не знаю, то есть это супер. Возможно сделать. Да, класс. Теперь перейдем к этапам работы SMM-специалиста и во время обучения, чем вы будете заниматься. Во-первых, мы ставим с вами цель и строим стратегию, личную стратегию, не конкретного проекта, а вашу личную, что вы будете, например, заниматься SMM в брендах одежды или в ресторанах. Вот у меня есть ученица Адела, она с самого начала хотела в ресторанную сферу. И она начала с White Rabbit, потом рестораны Пинска, и все, и она захватила, ее сейчас все знают как классного SMM-специалиста в нише ресторанов. Может быть, бренды одежды ваши, может быть, вы сами захотите свой блог развивать, поэтому мы... Возможно, в процессе вообще может что-то поменяться, и вы такие, не хочу работать, ой, не хочу работать с брендами, да, хочу работать там с бьюти-историей с какой-то. Когда ты, да, начинаешь с человека, да, и раскручивать личность именно человека, дальше вообще может все повернуться вообще в другую сторону. Вы такие, не хочу вообще развивать только себя, да, и не работать ни с кем, вот быть там SMM-специалистом лично себя. Да. Развивать свой блог какой-то. То есть это такой процесс, ты в моменте можешь поменять вообще свое настроение, такое вот хочу так, когда тебе предложили какие-то классные идеи, когда ты подумал, посидел, да, поразмышлял, помечтал, и у тебя вообще может это все... Да, согласен. И у меня тоже такое было. Вначале агентство, потом свой бизнес, потом инфобизнес, потом консалтинг, и ты просто находишь себя и делаешь то, что тебе нравится, и зарабатываешь классные деньги. А в предобучении у вас оно будет доступно сразу, как только вы заходите на 12-й поток. У вас будут интервью с пиар-специалистами. Тут пиар-специалист Ксюша Шипиловой, Настя Решетовой, SMM-специалист Никита Ефремова, основатель компании Bendis, это ювелирное украшение. Он рассказывает, как у него SMM работает. Лекция от Михаила Гребенюка, как искать клиентов. От Романа Зарипова, зачем он потратил 2 миллиона рублей на эксперименты с хайпом, и он за счет этого хайпа привлек очень много клиентов. Как Setters, например, делали вот эту пышечную, помнишь, проект был? Да. И у вас будет интервью с разными основателями бренда, SMM-специалистами, чтобы вы поняли, что вам ближе всего. Поэтому результат вы узнаете, как навык SMM-специалиста можно масштабировать и стать лидером внутри рынка.
сразу после этого мы переходим в модуль мышления. Мышление супер важно, чтобы вы доводили до конца то, что начали. Если вы там взяли ответственность за проект, чтобы вы сделали результат. Как найти время для самого важного? Эссенциальный подход, который позволит вам делать меньше, но лучше во всех сферах жизни. Я знаю, многие набирают себе 10 проектов по 10 тысяч рублей, и типа этого вообще не надо делать, нужно один хороший выбрать и в него погружаться, как Диана погрузилась в Look Online. Пошаговый план вашего роста, как вам выйти на доход, там, если вы новичок, там на 100 тысяч рублей, потом на 300, потом на миллион плюс. Будет лекция от Олега Торбасова по мышлению, как там на высокой энергии достигать результата. Вы в первом этапе упакуете свой профиль, личный профиль, чтобы уже начать искать клиентов. То есть у нас курс по SMM, он заточен на практику. Вы заходите, первые два модуля слушаете, упаковываете аккаунт и сразу идете на стажировку. Это самое крутое, потому что я в высшей школе экономики учился, прошел все обучение по бизнесу, бизнеса не было, у меня просто в одно ухо влетело, в другое вылетело. Поэтому я после этого решил, что все мои продукты будут основаны на практику. И тут скрины как раз аккаунтов девчонок, которые работают в классных брендах. То есть не нужно супер заморачиваться, нужно просто достаточно приятную ленту сделать, написать, что вы SMM-специалист, что вы в команде у Влада и Дианы, и это тоже супер триггер будет, потому что нас знают, знают Диану и Look Online, знают меня и мои проекты, и у вас уже такой триггер авторитета будет. Во втором этапе, это уже там следующий модуль, вы выбираете проект и работаете над личным брендом. Отмечайте в сторис у себя, что вы у нас на обучении. Пишите это в шапке профиля. Используйте наш канал вакансий. Мы сейчас пополняем канал вакансий. У нас будет много готовых проектов на стажировку, куда вы сразу идете, получаете там опыт, деньги и на выходе уже с готовым проектом. Третий способ. То есть у меня подход, что розы не растут в пустыне, как у меня партнер Полина из департамента эстетики говорит, что нужно объединяться, и в этой экосистеме вы с большей вероятностью сделаете результат, чем сами будете что-то пытаться. И третий способ – это направить персонализированное сообщение с идеями этому бренду или эксперту, что вы видите, что вот, это, вот здесь не хватает такой-то рубрики, там маленькие охваты, что можно поработать над этим, бренд или основатель бренда это видит, выходите на созвон и продаете. У нас для этого есть все технологии, все готовые шаблоны. Поэтому вот модуль «Выбор проекта и эффективное взаимодействие с клиентом». У вас это тоже будет на курсе. Следующий модуль, я понял, что многие, как серые кардиналы, работают в своих брендах, а хотят развивать себя. Поэтому в курсе по SMM у нас есть отдельный модуль по блогингу. Как вам снимать сторис, как вам вести свой личный профиль. Потому что дальше вы сможете зарабатывать на своих услугах, создать свой проект. И это тоже нужно делать параллельно, развивать навык. Вот мы с Дианой обсуждали, что она сейчас будет блогером. Она уже говорит, все, я готова снимать контент. Я хотела сказать, начнем вместе с вами. Я буду вместе с вами. О, супер, давайте. Можно какой-нибудь челлендж даже придумать. Там 30 дней ведем сторис. Да, реально. А третий этап. После того, как вы нашли уже проект, вы создаете стратегию проекта. До стратегии мы никуда не двигаемся. Нам нужно понять, какие будут рубрики, что бренд сам хочет, куда он идет, какая целевая аудитория. То есть у нас прям полноценный, это самый большой модуль. Мы тут проходим, начиная с брендинга, упаковка, где брать вдохновение, анализ социальных сетей конкурентов. То есть нужно проанализировать. Вы взяли проект, кто конкуренты, как увеличить прибыль проекта. У нас даже есть урок по юнит-экономике, чтобы вы разбирались в бизнесе. То есть я передаю вам предпринимательское бизнес-мышление, целевая аудитория, разработка портрета потенциального клиента, big idea и insight. То есть это вот после агентства, я проработав в своем агентстве, мы это все изучили и максимально простым языком вам передаем. Tone of voice, как писать тексты, рубрикатор ленты, рубрикатор stories, конкурсы и коллаборации, инфлюенс-маркетинг, смета проекта. Раньше как было, SMM-щик такой, да, 50 тысяч рублей в месяц, буду работать. А сейчас, в зависимости от объема, вы можете сделать смету, окей, там 30 постов, каждый пост 2000 рублей, уже 60 тысяч в месяц. Там блогеры, 10 блогеров за месяц, каждый блогер 5 тысяч рублей, там еще 50 тысяч. То есть вы можете смету сделать, у нас в Бургер Кинге смета там на миллион рублей была. То есть SMM это не про 50 тысяч рублей в месяц. Вы можете идти дальше и готовить уже сметы проектов. Вы можете отдельно стратегии продавать. Да, если вы грамотно все это разберете, бренд, и грамотно выставите им стратегию и объясните, почему они должны взять именно вас, и какие у вас есть, какой у вас есть функционал, который они не могут сами забрать, и у них нету, да, там, мощностей и сил на это, вот, вы можете
вполне диктовать свои условия, да, свои цены, потому что вы понимаете, сколько вы труда туда вложили, и на что на самом деле SMM-специалист, это да, там не просто выкладывать посты, сидеть, да, там где-то дома, а это полноценный большой вклад, работа, где ребят тратят большое количество времени для готового какого-то материала уже для бренда, чтобы был классный, да, там классный пост какой-то. Это не просто там залить фотку и подписать что-то. Это уже подготовка серьезная, и только вы это понимаете, поэтому вам надо будет работодателю объяснить, в чем суть вашей работы и почему именно вас надо взять. Да. И на выходе в третьем модуле у вас будет прям презентация со стратегией. И мы пошли дальше. У нас есть готовые шаблоны под каждую сферу, под бренд одежды, бренд цветов, бренд украшений. Уже готовые презентации с идеями. И по сути у вас будет канал с готовыми шаблонами. Вы заходите, и там прям вот цветочный магазин, и там самые крутые рубрики в цветочных магазинах. У меня недавно ученица так начала работать с брендом «Собран в саду». Это один из самых классных творческих проектов. Она говорит: «Влад, я просто взяла твой шаблон, пошла к ним, рассказала, и им понравилось». Поэтому мы будем с Дианой также обновлять и добавлять самые актуальные рубрики под разные сферы. Поэтому мы за вас сделали огромное количество работы. Вы просто готовые шаблоны получаете, идете к бренду и защищаете стратегию. Следующее – это делегирование процессов. Это, да, не обязательный этап, но я на самом деле топлю за то, что если вы сами не умеете создавать контент, вы просто находите классного контент-креатора. Даже вот представьте, вы новичок, но хотите работать в классном проекте. Вы берете контент-креатора, который уже работает в суперпроектах, берете его портфолио, и с этим портфолио приходите к клиентам и говорите: смотрите, мы работали в таких-то брендах, предлагаем вам SMM-услугу. Супер! Я так с Дианой, мы запартнерились, Диана в Look Online, мы уже вместе говорим, что у нас кейсы Look Online, у меня кейс департамента, то есть мы объединяем наши проекты и идем к клиентам. Поэтому задача по работе с командой одна из самых ключевых в SMM, поэтому у вас будет прям серия уроков, делегирование, психология делегирования, команда мечты, как подобрать команду под проект, KPI, как выставить каждому члену команды, как эффективно организовать работу. Вот тут и Диана очень круто, она работает в команде, у него в управлении там 12 человек. Ну, от 12, да. То есть там много ребят, с кем мы работаем просто проектно, не в штате. Вот. Но да, команда большая, и каждый раз мы в поисках новых людей в любом случае. То есть каждый раз ищешь какого-то нового фотографа, нового креатора, новую модель, и вы с ними общаетесь, вы их тестите, и вот этот нескончаемый поток ребят, с кем ты общаешься. И я считаю, что это классный кейс, да, у вас под любую задачу будет сотрудник, который может снять вот такой крутой ролик, да, а вот этот ролик может снять именно этот человек, потому что он больше вот снимает в такой стилистике. Поэтому вот это общение и обмен информацией, он очень важен. И если вы заметили, то мы идем по шагам так же, как вы будете брать клиентов. То есть смотрите, во время курса вы упаковываете личный профиль, вы находите клиента, вы готовите SMM-стратегию, вы собираете команду, и потом мы идем уже в создание контента. То есть вы проходите вместе с нами этот путь, и дальше такой же путь будете проходить сами уже после окончания обучения. Поэтому пятый этап – это формирование и создание контента. Модуль контент. Тут у нас оборудование для съемок, продюсирование съемок, создание вирусных роликов, создание inspiration контента, интервью с контент-креаторами. И у нас есть бонусный модуль по Reels. Воронки продаж через Reels, создание Reels для коммерческого блога. То есть все по Reels вы поймете, как это делать, как монтировать рилсы. И на этом шаге, по сути, завершается основная работа SMM-специалиста, но если вы хотите получать от 150 тысяч рублей за один проект, то следующие этапы тоже для вас. Шестой этап – это формирование собственных инфопродуктов или создание их для эксперта. Сейчас очень многие думают, а как делать правильные воронки, как в инфобизнесе, как через Директ создавать воронки, как создавать уже онлайн-проекты. И вот даже сейчас мы хотим для брендов тестировать инструменты, которые использовали в инфобизнесе, в онлайн-образовании. Там сделать со стилистом урок, и этот стилист интегрирует эту одежду, которую надо продать, новую коллекцию, например. Мы это режем на рилсы, вставляем воронку и продаем. То есть навык создания инфопродукта вам точно пригодится, либо вы будете дальше обучать и создавать свои курсы, как вот мы сейчас с Дианой запускаем поток, либо вы будете применять это в брендах. Поэтому тут шестой модуль – это инфопродукты. Создание инфопродуктов, какая команда нужна, анализ активов эксперта, ценообразование, все, что касается инфопродуктов. Следующий, седьмой этап – это продвижение себя и своих проектов.
Самые эффективные способы продвижения в Инстаграм. Конкурсы и коллаборации, сотрудничество с инфлюенсерами, бесплатные и доступные способы продвижения. Как продвигать блог с помощью хэштегов. Продвижение с помощью Telegram, пошаговая инструкция, настройка таргетированной рекламы. Потому что таргет, он в России не работает. Но, во-первых, русскоязычных в мире даже больше, чем в России. И это тоже классный навык, который вам поможет продвигать проекты. То есть, смотрите, вы изучили стратегию, вы научились создавать контент, вы научились работать с блогерами. И, по сути, весь SMM я делю на три этапа. Это продукт, это контент, это продвижение. И все эти три момента вы поймете внутри обучения. Дальше, восьмой этап – это создание прогрева и продажи. Мало кто умеет продавать, многие боятся, тут и психология продаж, путь клиента, фундамент прогрева, этапы грамотного построения прогрева, готовый алгоритм прогрева, триггеры продаж, секреты продаж в социальных сетях. То есть все касаемо продаж вы тоже поймете и научитесь, получите конкретный навык. И девятый этап – это уже масштабирование всех процессов. Когда вы поняли, как вести один проект, как найти клиента, сделать стратегию, создать контент, поработать с блогерами. Дальше вы можете это масштабировать. У вас может быть у одного SMM-специалиста от 3 до 5 проектов точно можно вывозить спокойно, если у вас есть команда. Дальше вы можете создать агентство, вы можете развить личный блог, создать свои продукты. И поэтому мы заходим с вами в модуль масштабирования. Как SMM-специалисту понять, что пришло время масштабироваться и создавать агентство, масштабирование идеи, как перестать работать на кого-то и открыть свой бизнес. Урок от Василия Богданова, основателя и креативного директора агентства Little Big Agency. Они одни из самых классных, у них куча премий, они работают с брендами автомобилей, Nestle, BBC. У них международных очень много проектов, плюс очень много российских, поэтому он расскажет вам, как создать свое агентство. И бонусное интервью с владельцей диджитал-агентства Елизаветой Проскуриной. Она, например, с нуля подняла бренд Bellu. Вот как бы у вас будет интервью от топовых SMM-специалистов. И дальше дополнительно подбор команды на проект уже в формате агентства, примеры регламентов работы тоже у вас будет. По итогам обучения вы выходите не просто SMM-специалистом, а экспертом в области продвижения во всех социальных сетях для любого бизнеса. Вы получаете навык, и он был актуален всегда, но особенно сейчас он еще более актуален, потому что специалистов мало, и российские бренды сейчас очень классно чувствуют, когда международные ушли из России. Последний поток курса у меня был больше года назад. Мы это давно не делали, поэтому 12-й поток будет в лайв-формате совместно с Дианой из Look Online. Эксклюзивно, только для 12-го потока у нас будет записанная база уроков, новый блок уроков с последними изменениями на рынке от Дианы. Это продюсирование, это уникальные места для съемок, это поиск моделей под референс, генерация идей, блог про Pinterest. Вот Диана говорит, она может даже просто фотку в Pinterest увидеть и понимать, как оживить это так, чтобы это был трендовый рилс, который зашел. Также у нас будет обновленный канал вакансий только для вашего потока с готовыми проектами. Возможность выиграть индивидуальную встречу с нами за любой финансовый результат во время курса. То есть делайте результат во время курса, получаете возможность с нами лично встретиться, сходить, либо день съемок провести, либо просто посидеть, обсудить ваши проекты. Офлайн встречи с нами будут только на VIP-тарифе. Психолог во время обучения. Для лучших учеников на тарифе VIP у вас будет возможность стажировки в брендах Post Meridian, Latrica, Matthew, Чайка и другие крутые бренды мы сейчас собираем, да. И у вас появляется возможность там стажировки. Я думаю, в процессе бренды будут еще больше появляться, еще больше и больше. Это мы просто, с Дианой подумали, какие точно можем, да. Вот такие. Да. А теперь по тарифам. Смотрите, у нас есть стандартно три тарифа. Это базовый стандарт и VIP. В базовом стандарте длительность обучения 1,5 месяца. Тут вы получаете всю записанную базу уроков, кроме продаж и прогревов, кроме масштабирования и кроме блока по рилсам. Это базовый. Стандартный вы получаете 2 месяца обучения, дополнительный модуль помимо вводных модулей по мышлению, блогинга, стратегии, команды, контента, инфопродуктов, продвижения. Вы получаете еще продажи, прогревы, масштабирование, вы получаете кураторов, бально-рейтинговая система с подарками для лидеров рейтинга, закрытый чат с куратором, проверка домашних заданий и чат по поиску клиентов. И в тарифе VIP у вас 2 месяца обучения, доступ к материалам после курса еще 3 месяца, то есть вы можете быстро пройти, взять проект, уже работать и в течение 3 месяцев обновлять знания, что-то пересматривать, добавлять к себе в проекты.
И тут самый жирный, самый крутой тариф, что дополнительно мы решили с Дианой включить. Во-первых, у вас помимо кураторов, которые проверяют домашние задания, которые дают обратную связь в чате, кураторы это в любом случае действующие СММ-специалисты. Но мы решили добавить наставничество, такое еще менторство от СММ-специалистов с доходом от 300 тысяч рублей. Вот я сейчас договариваюсь со своими лучшими учениками, у которых агентство, у которых просто супер известные проекты, которые знают, какие блогеры круто работают, какие не работают. Они будут делиться с вами на VIP-тарифе этой связью, этим опытом. От них будут мастер-майнды, созвоны с вами. Там можно встречи сделать, если будет группа в Москве, и ваш наставник тоже в Москве. Поэтому мы делаем еще дополнительно таких наставников вам. 4 созвона во время обучения с ними будет. Мастер-майнд с разборами от меня. Дальше 4 живых встречи в Москве с Владом и Дианой. Диана, расскажи, какие вот на сегодняшний день у тебя идеи по офлайн-встречам для VIP-тарифа? Я думаю, нам надо их разбить, сделать какую-то одну лайв такую встречу, познакомиться, да, посидеть, поговорить, обсудить, какие идеи у вас есть, рассказать, какие идеи у нас есть. Я бы сделала какой-нибудь воркшоп еще по съемкам обязательно. Мы бы собрались, организовали бы вам классную съемку рилса, придумали бы прям сценарий, нашли бы модель, wow, видеографа, да, и поснимали, рассказали бы весь процесс, как проходит. Возможно, если у вас какие-то идеи будут, мы можем ваши идеи снять, мы можем прям посидеть, пообсудить ее, прям докрутить, чтобы она была прям супер крутая, и снять с нашей команды уже вам рилс какой-то. Вау, супер, очень круто. А также у вас будет психолог во время обучения, потому что это что-то новое, вам будет страшно, вначале, возможно, что-то будет не получаться. Психолог будет с вами всегда на связи, давать обратную связь, помогать вам на протяжении всего обучения. Дальше. Возможность получить стажировку в Postmeridian, Latrika, Matthew, Чайка и в других брендах. 2 недели доступа к клубу выпускников. Мы решили создать после обучения, не так, что обучение заканчивается, все, пока-пока. У нас будет клуб дальше. И вы получаете 2 недели бесплатного доступа в этом клубе после 2 месяцев обучения. И еще 3 месяца доступ ко всем материалам. А также отметка в моем личном блоге 3 лучших учеников. То есть вы делаете классный результат, и я вам делаю рекламу. Считаю, очень выгодная сделка, и это все будет в VIP-тарифе. И смотрите, если вы в другом городе, во-первых, заранее мы скажем даты, вы можете купить билеты, приехать с нами. Если вы захотите VIP-тариф, но вы в другом городе, тоже не проблема, у нас все будет онлайн, вы будете получать все воркшопы, все разборы в онлайн-формате, вы ничего не потеряете. Дальше, с этого потока мы проводим отбор на обучение, ведь у нас живые встречи со мной и Дианой, а также возможность пройти стажировку у топ-брендов. Поэтому, чтобы пройти отбор на курс, надо пройти небольшое собеседование с менеджером. Обязательно берите трубку. Возможно, кого-то я в директе уже отберу, такой буду, ну блин, тебя точно возьму, потому что у меня некоторые девчонки с прошлого потока говорят, Влад, мы хотим с Дианой, с Look Online в новый поток. Поэтому либо через директ, либо с нашей командой вы будете созваниваться, обсуждать ваши цели, планы. Если они говорят, все, мы вас берем, то смело заходите, не теряйте время. У нас сейчас на самом деле за неделю мы берем 50 учеников. Вот такой вот поток. Это что-то новое, свежее. Этого никогда не было. Поэтому только через отбор. Сразу после оплаты вам будет доступно сразу предобучение. То есть оплачиваете, получаете модуль к предобучению и к мышлению. Поэтому увидимся с вами на курсе. На этом все. Диан, что под конец хочешь добавить? Какое напутствие для тех ребят, которые сейчас смотрят видео и такие, блин, прикольно, и которые думают идти, не идти? Вот. Я вот как раз таки хотела сказать тем ребятам, которые думают идти или не идти. Да. Вот. Я думаю, что вам надо понять, что SMM-специалист это такая классная профессия в плане жизни еще. То есть ты можешь работать удаленно, ты можешь работать из любой точки мира, ты можешь совмещать вообще невероятное количество дел, да, и какую-то свою личную жизнь, то, что, да, как правило, проблема, вы, если ты работаешь в найме постоянно, вот, несколько проектов, да, и плюс это, я считаю, что SMM-специалист, это как твое мини-дело, мини-твой бизнес какой-то, да? Ты сам все продумываешь, ты сам за все процессы отвечаешь, ты понимаешь, что вот есть задача, тебе нужно расписать путь до нее, и только ты ответственна, и это супер классно, вот, и вот этот страх иногда, когда у людей есть перейти вот этот шаг, и у меня он тоже был, и я думаю, что нужно просто закрыть глаза и
вот так вот переступить. И там будет супер классно и супер круто, потому что это профессия, которая дает невероятно большие возможности и в жизни, и финансово, самое да, главное. Да. Вот. И я думаю, что если девчонки хотят создавать свой бренд дальше, да. Например, бренд одежды, да, они да. устраиваются в бренды одежды, они помогают им, во-первых, они учатся привлекать клиентов, они понимают процессы, процесс, какая конечно. Команда в бренде одежды нужна, все это понимают, им дальше намного проще создать свой бренд одежды. И вообще все что угодно, то есть ты дальше уже можешь выстраивать полноценный бизнес, потому что ты уже выстроил полноценный мини-бизнес свой, уже, да, свою команду, ты понимаешь процесс работы, ты понимаешь даже финансовую историю какую-то, да, то есть ты уже дальше можешь масштабироваться в любом случае. Да, ну и от меня вот на самом деле, ребят, я не знаю, на рынке сейчас курсов, которые вот что-то похожее даже, что мы делаем, как будто рынок опустел, и мне девчонки пишут, что, блин, Влад, я не знаю, где еще учиться, и моя школа, как птица Феникс, сейчас вот так вот возобновляется в очень сильном партнерстве, и я скажу, что это вообще не база, да, как бы, кому нужна база, вы ее получите, но вы будете трендовыми, вы будете актуальными, вы более уверенно сейчас будете работать в проектах, поэтому кто до сих пор не реализовался, кто смотрит на других девчонок и думает, блин, почему она с такими проектами работает, а я нет, то точно надо идти, заполняйте анкету предзаписи, и мы с вами свяжемся, пройдете отбор, и вместе в течение 2 месяцев, причем сейчас самый сезон, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, это месяца, когда брендам просто нужны суперспециалисты, чтобы делать мероприятия, работать с блогерами, создавать контент. И мы сейчас вас обучим, и даже нам самим интересно создать такую кузницу SMM-специалистов крутых, чтобы вас брать в свои проекты. Это прям вообще супер за, с удовольствием. Поэтому с вами познакомимся уже во время обучения, и увидимся на 12-м потоке. Да. Все, пока-пока. Пока.